Привет, мои хорошие! С добрым утром! У нас погодка солнечная, облаков на небе нет, но я бы не сказала, что очень тепло. Ну, градусов, наверное, 13. Ветер. Машка с утра позавтракала и побежала к Женьке играться. А я сейчас иду ее проведать, как она там и что она там. Москвичи разъехались. Красота, пусто, народу нет, солнечно, тихо, рядом Домодедово, поэтому вот так вот все здесь и шумит самолетами. Сейчас посмотрим, как там Маня. Играют. Маруська, ты домой не собираешься? Пока нет. Ух ты, Господи, молодец. Женька, привет. Привет. Мать, опять она меня страшная. А я какая? Я лучше, что ли? Дай посмотрю. Говорю, Машенька, где Женька? Да он там клад ищет. Я ему говорю, не надо, а он там все равно копается. Нет. А я ловкий и сильный. Не надо. И Машу можешь попасть. Сейчас нам с тобой в лоб попадет. Точно. А я лучше побегу. Кто самый лучший, кто самый сильный? Давай. Машенька, вон туда вставай. Вдоль поляны, как я вставала. И мне сюда бросай. Да. Видала? Отлично. Отлично. Маняшка играет, все там нормально, все в порядке. А я пойду у себя порядок наводить. Мне его, как говорится, наводить и наводить. Сейчас розу надо обрезать колючую. Сейчас все обрежем. Постараемся убрать много чего. В общем, работы хватает. Вот хотела показать, куда я посадила белую розу. Вот сюда. Вот она здесь сидит. И вот сюда вот будет виться. Вот по этой шпалерке. Я думаю, что здесь нормально ей будет. И красиво. Что ваша подружка похожа на Фаину Раневскую. Я говорю, вот это да, первый раз слышу такое. Ух ты. Мы вышли из бухты. Точно. Ну что, набили животы? Да. Напились. Ну, наконец-то. Начаевничались, они набили животы. Точно. Харизматичная ты моя. Да. Точно. От души. Вот чем угощаем подругу, да? Прошлогодним тортом, двухлетним шарлиз, пастила. Всем ты мне рассказывал. И белесым шоколадом, но правда чистым шоколадом, бабаевским. Вкусно, зараза. Кто? Все. Если шоколад... А ты шарлиз пробовала? Mm-mm, я шарлиз. Если шоколад белеет, значит он натуральный. Ты не слышал такого? Нет. Да. Я по качеству смотрела передачу. Ой. И сказали. Вы, говорит, не переживайте. Кстати, на улице прохладно стало. Да, поэтому шея прибежала, принесли. Может, оденемся, ветер... пройдемся по улице, прогуляемся. Да, я тоже хотела. Я только вылезла из-под посудомоечной машины. А мы с ребятами пройдемся, помоечку выбросим. Пройтись мы с тобой можем. Но у нашей нет колес на велосипеде. Пешком пройдемся. Растрясемся после чая? Да, и мы, и дети. Пусть подвигаются. Кстати, кофе я пью без сахара. Ты кофе пьешь? Да ты что? Да. А я с сахаром, с одной ложкой на эту чашку. Тоже кофе? Тебе можно, а я слово дала людям. Да? Да. Ты теперь без сахара, без соли, без жира. Без хлеба. Без хлеба. Да ты что? Это шутки так. Ты таким тоном говоришь, Люба. Мне страшно становится, что я сделала такой ужас. Да, Люба. Что такое? В связи с чем? У меня двойной подбородок. Ёк-макарёк. Что делать будем? Надо как-то решать эту проблему. Да к нам же не 16. Не 16? Как Горченко. Да, не 16. Да, ну жизнь настала. Критикуют. Знаешь, вот когда мне про диеты говорят...
Я все время вспоминаю, я не помню, кто это сказал. Так, знаешь что? Вырвешь. Ой. Как это называется? Вырежешь. Вы там нужны нам на втором этаже. Интересная петрушка. Ну так я закончу и пойду. Ну так вот. Кто-то там худел. А ему другой умный человек сказал: меньше надо жрать. В концентрационном лагере толстых не было. Надо действительно не жрать и кушать. Нам нужны вам. Пойдем. Все трое? Вы нужны нам, Нет, он вежливый мальчик, он называет бабушку. Нет, может быть, одна бабушка Люба пройдется. Подождите нас, мы поднимаемся. Класс. Что класс? Дом. А, жить будешь здесь? Пошли, там только Алла может разобраться. Вот, у нас горе, мы не знаем, как играть. Ух ты, пух ты. Маша не знает, как играть. Я не знаю, если, например, на синюю вот стрелка попадет, или левую, или правую руку, или левую ногу. Смотри, левая рука. Значит, у тебя левая нога на синюю. Хорошо, правда? Угу. О, уютнее, рука и нога. Да. У тебя на эту синюю показала? Да. На эту. Сектор видишь какой? Нога. Левая нога на синее. Крутим. Теперь у нас кто? Облако. Левая рука в воздух. Ну, а говоришь, не знаешь. А эти задания я легко знаю. Придумать задание это легко. Вот, например, левая рука на синюю. Нет. Это ты крутишь, и вы смотрите. Левая нога в воздух. Видишь? Там... Вы начинаете один оттуда, один отсюда. И потихоньку, тише, скользко. И начинаете. Один оттуда, один отсюда. А как же они будут крутить-то, если они тут будут в раскорячку? Надо обязательно втроем, да? А мы без заданий попробуем. Будете играть? Я буду. Вставайте друг против друга. Один там, один тут. Я буду вон там. А Женя тогда тут. Женя, ты на ту сторону. Больше ставка нет. Слезаем. Встаем на ноги. Так, кручу. Покуха. Верчу, запутать хочу. Правая рука в воздух. Правая рука. Вот эта рука в воздух. Так, где? Маша, это какая рука? Во. Так, дальше поехали. Правая рука на желтая. Правой ручонкой. Нужно на желтый. Так. Все, держи. Держу. Так. Правая нога на красная. Другая нога, Жень. Вот эта ножка. Вот это я сейчас растянусь. Так. Даже держимся. Левая нога на желтая. Ну, Алла. Это ненормально. Ладно, на синюю. Левую ногу на синюю. Давай. Вот, Женя идет вперед, молодец. И друг к другу передвигайтесь потихоньку. Проводите нашу, на нас никто не напал. Ладно, да. Только я. Вы наша охрана. Так, одеваем брюки, одеваем кофты и отправляемся. Без велосипедов, ребята, пешком.
Договорились? Ой, а я, пожалуй, оставьте меня так. А маму завернем, пожалуйста, в этот твистер, и пусть отдыхает. Запотеет. Не трогайте маму, не трогайте. Не трогайте. Женя себе вон нашла мячик. Не трогайте маму. Чей тут мячик, а? Чей тут мячик? Мой, скажи. Мой. А мама, я туплю. Просто. Какая она ровная, красивая, да? Ага. Березка. Вот куча. Да. Небо такое. Красиво. Ага. Девять час. Мы с Тамарой ходим парой, смотри. Это уже не пара, это сцепка. Сцепка, паровозик. Да, сцепка, паровозик. Это Пахомовский дом, да? Пахомовский, да. Да, это Пахомовый дом. Тоже септик. Такой дом. Тамара Ивановна. Вот такой домик есть. Вот разные домики. Ну, вон, Машка. Они уже забыли. Вот такой дом есть на нашей улице. Тоже большой, с туями. Все, давай ручку, Маш. Какая красота. О, кто-то там. Кто? Гуляет. Ну, идите помаленьку. Это не такое гуляние. Вот это, ребята, послушайте соловья.